Здравствуйте! Вас приветствует канал SPVcom. Хочу показать, как настроить эмулятор RPC S3 для того, чтобы поиграть в Silent Hill Downpour Living. Эмулятор можно скачать с нашего сайта по ссылке, которую я оставлю в описании видео. Я рекомендую сразу скачивать мою прошитую сборку, последнюю. Я себе уже ее скачал и приступаю к разархивации. Ссылка на бесплатный архиватор будет в описании. Настраиваем. Ставим обе галочки. Принимаем. Сразу геймпад. Я играю на клавиатуре, поэтому стоит keyboard. Сначала мышкой кликаю кнопку вверх, теперь на клавиатуре нажимаю эту клавишу, что станет вверх. Так по аналогии настраиваем весь геймпад. Если у вас есть настоящий джойстик, то вы можете посмотреть видео на нашем канале о том, как его подключить и настроить, чтобы с его помощью играть на этом эмуляторе. Ссылка будет в описании. Стики тоже нужны. Сохраняемся. Конфигурация. Ставим двоечку. Поехали дальше. Вулкан. 50. Четыре. Сохраняемся. Теперь в окно с эмулятором перетаскиваем папку с игрой. Кликаем правой кнопкой мыши, выбираем Boot. Началась компиляция, придется какое-то время подождать. Зелененький кружок и надпись Playable обозначают, что игра на 100% играбильна и проходится до конца. Компиляция окончена. Запускается окошко с игрой. Такая компиляция будет только один раз. Как и это. Должна создаться определенная область на жестком диске. Тоже такая операция пройдет один раз. Дождемся ее окончания. Так, старт. Новая игра. Соглашаемся. Выбор сложности. Средний. Готово.
Так, душ, ладно, раздеться. И заодно и одежду помоем. Так, чего сделать-то надо? Что, всемирный поток, что ли, нужно устроить? Даже намека нет ни на какие глюки. FPS замерз в одном состоянии, никуда не падает. Просто супер, так что всем рекомендую. Спасибо вам за просмотр, подписывайтесь на наш канал SPVComp, ставьте лайки, заходите на наш сайт spvcomp.com.